Всем привет, ребят. Ну что, у нас, как обычно, сегодня трешачок. Забрал я хрустальный сундучок. Полностью весь я вам показывал вам утром на десяточке. Ну и сегодня мы, как обычно, трешуем дальше, пробуем прокачать Фрейку, следующего нашего героя. Вот такие вот акции. Неплохой сегодня, в принципе, относительно рынок, то, что дают книги, дают камни сразу же. Вот у меня 1000 камней насобиралось с хрусталки отсюда. Ну, относительно, в принципе, неплохо. Этот пак у нас на заминочку будет потом. Что тут еще такого интересного есть? Ну, камни, короче, везде продают. Все как всегда, короче. 15 тысяч таких, 22 тысячи красных. Ну, красные я не знаю уже куда девать. Они просто не нужны, скажем так. А вот желтые идут в расход. Может, что-то потом поменяется, посмотрим. Такс. Поехали. Поехали, пробежимся по акциям. Что тут интересного есть? Gift 1, Gift 2, Gift 3. Сейчас посмотрим, что это за акция такая. С гифтами. А, понятно, нас открывает сюда. Быстрая трата. Поехали, посмотрим, что тут. Ну, акции, честно говоря, понятно все, в общем. В общем, все то же самое. Кидает сюда плант у нас еще есть. Кстати, как-то он у нас есть. 53 попытки. Надо посадить. Ладно, бинго. Бинго неинтересное. Здесь алхимик. Алхимик. Ну, давайте посмотрим, что там тоже есть на алхимике. Может, что-то интересное найдем. Такс. Давайте-ка. Блин, нету нового фона. Почему они его еще до сих пор не добавили? Или не добавят его на Пасху? Непонятно. В конце месяца. Это на трату. Ну, поехали на трату, хоть пооткрываем. Хоть что-то пооткрываем. Напоминаю, конкурсы в описании. Также вы видите в конце видосика роллинг. Я ролил имба-героев под коллекция, ой, под коллекционера говорю, вечно под коллекционера, под хрустальный сундук. Конкурсы какие есть? Есть конкурс на Огника на выходных будет, также есть дополнительная еженеделька конкурс, также дополнительно аккаунт десяточка, который мы качаем, прокачиваем, тоже будет разыгран, поэтому у вас куча возможностей. Ссылочки у вас в описании под видосом есть, поэтому welcome. Так, ну что тут? Вторые камни дают, у нас есть попытки. Я как-то брал булочки себе. Ну, короче, такое себе. Шестая эмблемка. Ехали, посмотрим, что тут падает. Ну, вот мы выбили шестую. Так, ладно. Это все фигня. Так, ремка. Вот книжечки у меня наконец-то накопили 7900. В принципе, вот почему я и забирал этот рынок. Потому что нужны были. А вот с красными кристаллами, не знаю, сейчас посмотрим. Тоже печалька, надо красных кристаллов 450. Ну, в принципе, плюс-минус должно, думаю, хватить нам. 706. Будем продавать синие сундуки. Что делать, если не хватит? Ну, думаю, в принципе, на 10 апов должно хватить. Такс. Плюс у нас есть еще сундуки. Поехали, пооткрываем. Это мы. О, отлично, смотрите, как книжечки пошли. Супер. Это мы два сундука недооткрыли. Так, отлично. Карты копятся. Ну, вот тут вот дополнительно можно будет достать. Так, первое можно открыть. Чтобы место не заполняли. Так, это шестая.
продадим. Так, это четвертое, третье. Понятно, все. В четвертых нам, если что, упадет. Не то, что нам надо, понятно. Нам их даже не даст, наверное, открыть, потому что у нас будут перелимиты. Так, это семерки. Это восьмые, ребят. Просто жесть. Сколько всего. Так, хорошо, ладно. Мне это все не интересно. Мне интересно другое. У нас по книгам получилось 9967. И поехали. Поехали, будем подкачивать фрайку. Ну, скорее всего, мне камней не хватит. Надо намного больше. Так, сливаем эти книги. Вот тоже, кстати, хотелось бы, чтобы вот так вот не переходить, отдали возможность сразу же качать. А то тут, блин, замахаешься, вот это вот бегать туда-назад. Но статки, конечно, у героев просто бомбезные растут. Я не знаю, сколько будет фрейка дамажить. Мы ее потестируем обязательно. Ну, думаю, будет дофигища она валить. Она и так, конечно, на 20-м прорыве была жесткая. Но тут, я не знаю, с таким уроном она просто будет с плюшки выносить там, думаю, пару миллионов героям. Она и так выносила, в принципе, в определенных ситуациях и прокачках. Ну, в таких сборках, думаю, это будет реально жестко. Да, камней нам явно не хватит. Штук 400 где-то. Думаю, до 28-го где-то докачаем. Сколько книг уходит. Я не знаю, вот это пропусками там подземок и прочего, если это все качать, это столько времени надо убить на это. Нереально много. Так, 28-й, в принципе, может и хватит, сейчас посмотрим. Там еще вроде были где-то. Так, 160, там, по-моему, камешки так были. Такс, сейчас посмотрим. В общем, реально дофигища ресурсов, как видите, надо на то, чтобы качнуть героя на максималочку. Странно, что в мешках, хотя, в принципе, что странного. В мешках они явно этих героев продавать не будут. А, в принципе, нам должно хватить. Сейчас мы сделаем. Вот конем. Что-то смотрел, думал, там пак был. Но
Так, отлично. Ну, думаю, должно нам хватить ресурсов теперь. Пишите в комментах, какого вы хотите следующего героя видеть на прокачке. Так, отлично, еще и сундучки откроем сейчас. А зачем я их открываю? Это обычные, что-то я подумал, это эти. Куда нам может упасть скины? Нам вот это надо открыть, мешки просто обычные. Так, отлично. Поехали дальше. Так, итого, финишная прямая. Это будет нереальная рейка. Вот смотрите, 3000 книг. Просто тупо даже больше. У нас ушло на прокачку. Это 3200. На прокачку героя на 30-ку. Ну что, можете поздравить меня с очередной 30-кой. Это уже третий герой, который у нас прокачанный на максималку. Ну, будем дальше по чуть-чуть качать. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть, и смотрите уже роллинг. А я вам уже отдельно запишу обзорчик на это, на этого героя, на эту имбу, как она будет шатать. Все. Всем удачи. Смотрите роллинг. Как я ролил эти самики, кто нам выпал. Всем пока. Ну не пока, вы сейчас будете дальше смотреть. Пока у вас будет в следующем отрывке. Ну что, поехали ролить. Вы увидели уже, как я прокачал. Ну, а сейчас у нас роллинг. Вам склею видосик. Поехали, 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 поехали по ролям. Сколько нам там надо самиков? Посмотрим, как падает на английском сервере. Так, 30, 32к. Ну, как раз у нас до 6700 ролим. Let's go. 450 150. Можно, конечно, и по 150 поролить ради интереса. О, бочечка, самая имбовая бочечка. Супер роллинг, ребят, мне это нравится. Так, Купидон. Купидон за 7к, это отлично. Но вот Фрейка сразу же падает. Это, конечно, стоило. Это вот так, друидик. Ну, английский сервер, давай, покажи класс. В принципе, Афинка. За десятку две девочки. Так, Черепуля. Деск Найт. Имхотеп. Ну, давайте, ребятушки, давайте что-то нормальное уже. Вы что, я что, впустую трачу самое? Ну, конечно же, их трачу впустую. Потому что не на что больше тратить их здесь. Триан Седна. Ой, Седна, говорю. Медузка. Ну, такое себе, честно говоря, что-то... Что-то пошло не так. О, рыцарь. Смотрите, как сегодня падают девочки. Афинка, Фрейка, Стрелок. Просто жесть. Ниндзя. Тыковка. У-у-у, нифига себе. Неожиданно, ребят. Вот это... Это трешечок. Троечка сразу же. Типа на тебе. Ну давайте посмотрим. Посмотрим еще, что у нас будет. Дед Дрейк. Еще один Купидончик. Еще один череп. Ну, черепа начали падать, это радует. Так, ну последних. Сасквач. Ну, бигфутов, конечно, у меня и так уже немерено. Куда мне еще? И Angel. Вот так вот. Ну что я могу сказать? В принципе, относительно упало неплохо. Все, пишите комменты, лайки, репостики.
все дела. Ну, все как обычно, вы поняли, что надо делать. Участвуйте в конкурсах, ссылочки все в описаниях есть. Всем удачи, всем пока.